Саша и его морской конь. Ну или речной конек. Саша, а это плот или морской речной конек? Или это твой плот под названием речной конек? У каждого судна ведь должно быть имя. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Опачки. Конь оказался ретивым и сбросил наездника. Но ты с ним справился. Молодец. Оседлал его вновь.